Доброе утро. Я тут с утра уже... Блин, одной рукой не получится ехать. Я тут с утра уже подергала травку. У нас сейчас 8 утра. Я в 7 часов вышла. Уже немного поработала. Сейчас 8 часов. Позавтракали. Вышли. Муж занимается машиной. Дети сейчас тоже выйдут, моются. Вот я вот с утра уже тут... Тут чуть почистила. И вот виноградником сейчас занимаюсь, пообрезаю. Вот. Там пойду. В общем, надо чистить огород, расчищать. Вот. А потом уже жара поднимется. Пойду посуду мыть, шашлык мариновать. В общем, такими в доме делами заниматься. Вот. А пока не так жарко, нужно заняться огородом, цветником. В общем, так вот. Поехали. Так, час прошел. Я, в общем, тут сделала. Затем вот тут чуть кустик обрезала. А то совсем прям на дорогу был. Вот. Виноград вот этот почистила. И вот здесь вот сухие цветы вырвала. Ну, корни остались еще. Будет у нас еще вот эти цветы расти. Вот тут веточки еще. Просто сухие такие некрасиво высокие торчат. Все, выдернула. Дети там дергают травку. Вот уже вторая тачка у меня собралась. Одну Костя вывез. Вторая тачка. Вот тут вот почистила все. Вот здесь вот виноград полила. Вот этот, ну, он как-то плохо так набрал кисточки. Он вкусный, конечно. В прошлом году птицы его поклевали. Мы не попробовали даже его. В этом году надо придумать, как его от птиц защитить. Вот. В общем, сейчас я вот здесь вот подергаю. Вот здесь по морковке такую крупную траву. Вот это вот. Пройдусь и все. Жарко невозможно. Схожу в душ и пойду домой домашними делами заниматься. Потому что уже жарко. Все, 9 утра. Ну и так хорошо. Вот так вот. Час-два утром поработать, час-два вечером. Каждый день по чуть-чуть, и так все сделается. Вот. Вечером тут еще буду чистить. Вот эти все сухие цветы. Все это нужно будет вырывать, обрезать. Вот. В общем, приводить все в порядок. Вчера пробовали мы уже... Блин, в паутину попалась. В этот черри один сорвали. Я почему-то думала, что они красные, а они почему-то оранжевые. И мы вот одну штучку съели, и он созрел. Вот вечером будем шашлычки жарить, сорвем. По чуть-чуть покушать. Вот. Тут и пасынки, все тут, господи, все в запустении в таком, что невозможно. Так, все. Ладно, все доделаю и ухожу. О, вот это надо тоже в эту тачку отправить. Итак, занимаюсь домашними делами. Посуду уже помыла. Дети поехали у нас в Магнит на велосипедах, потому что лимоны вчера забыла купить. Жарко, хочется сделать лимонад из базилика. Вот, чтобы лишний раз не покупать какие-то напитки в магазине. Лучше сделаю полезный, освежающий напиток сама. Вот, ну там еще кое-что, хлеб нужно купить, в общем, так по мелочи. А я мариную шашлык. Муж занимается машиной. Вообще у нас он обычно этим занимается. Вот, но сегодня я.
Вот наш любимый маринад. Я вот порезала шашлык. Режем мы вот так вот крупно. Блин, немного не... А, так. Крупными вот такими кусками. Это лопатка у нас на кости. Кости вырезала. Вот такими кусками. Вот. Большими. Маленькими мы не любим. Что добавляем? Базилик порежу сейчас. Хорошо бы еще кинзу, но кинзы нет. Уже она в семена пошла, а которую второй раз подсеивали, она там вообще практически не выросла, ничего с нее пропало, в общем, в жаре. Также молотый перец черный, вот такой, и лук, и соль. Вот. Все. Больше ничего не добавляю, никакого уксуса, никакой воды, ничего такого. Можно, кстати, минералочку мы как-то делали, газированную добавляли, мясо получается такое сочное, мягкое. Вот, ну не знаю, сейчас дети привезут минералку, можно будет чуть-чуть добавить. Вот. Вот, но уксус ни в коем случае. Просто многие знают, что маринуют в уксусе, в майонезе, это вообще кошмар. Вот, а мы делаем так, никаких специй. Вот базилик достаточно дает вкуса, вот, поэтому вот так вот маринуем, накрываем крышкой, убираем в холодильник. За после обеда уже будем жарить. Ну, в смысле, время послеобеденное. Думаю, что у нас будет обеда-ужин такой шашлыками. Вот. И потом пойти надо еще картошечки накопать, отварить. Вот. И будем еще делать хоровац на мангале. Поэтому тоже овощи нужно мне сейчас пойти собрать, подготовить. Вот. И потом уже будем жарить и все делать. В общем, оставайтесь с нами. Будем жарить шашлыки. Так, я тут привезла банки. Вот их в летнюю кухню сейчас занесу. Так. Тут на закрутке нужно еще в подвал их спустить. Ой, тут мух, блин, пипец. Все вроде целое. Все вроде стоит, ничего мне не случилось, все стоит. Сейчас я в подвал все это поспускаю, уберу отсюда. По огороду баклажаны, перцы, фасоль, вот я ее посрывала, чтобы она не перезрела сильно, такая зелененькая еще была. Абрикосы вот пособирала, вкусненькие такие вообще. И картошки чуть-чуть копнула. Разная есть, и крупная, и мелочь, и такая. Нормально. Зато не покупать. Уже считайте, сколько мы посадили, ведра 3. Мы уже выкопали уже больше, получается, наверное, чем посадили. И там еще дофига этой картошки. Поэтому выгодно по-любому. Вот. Короче, вот так вот. Сейчас я лимонад разолью. Вот этот по бутылкам. И уберу в холодильник. Вот так вот он настоялся красивый. Сейчас я сюда долью воды до полной банки. Вот, холодной. Как раз она остудится. И буду разливать по бутылкам. Дети ходили за помидорами, вот один купили, чуть-чуть подпорченный, подсунули им. Ну ничего, что теперь сделаешь. Вот. И все равно лимонад еще купили. Короче, завозилась, забыла про обед. 12 часов, шашлыки мы решили вечером делать, потому что сейчас очень жарко. 12 часов муж пришел, говорит, кушать хочу. Я вот делаю с фасоли вот этой, которую я собрала, помидорчик. В общем, сейчас яйца не залью вот это и заварю, чайник закипит, пюрешку магазинную. Вот на скорую руку такой обед. Вот. Ну а шашлычки уже вечером, потому что очень жарко там. Нормально порезал. Как я люблю.
Патриков на ход. Видел? Переворачивай, гори. Все переворачивай. Ну, так.